Снеговики из пластиковых бутылок, деревья из бисера, шкатулки из старых часов. На выставке «Новогодний сувенир» больше 300 экспонатов. Специально для выставки Светлана Солоднева подготовила новогоднюю гирлянду из подручных материалов. Упаковочная бумага, вата и нитки. 20 минут и яркое украшение готово. Взяла вату, вот все такое, положила туда, завернула дождиком и завязала бусами. И получилась гирлянда. Можно сделать своими руками и недорого, дешево и красиво. Рисунки, скраббукинг, декупаж, новогодние игрушки выполнены в самых разных техниках. Всему этому дети научились на занятиях в центре «Металлург». Такие творческие уроки помогают ребятам не только приобрести полезные навыки, но и хорошо развивают воображение и интерес к творчеству, уверены педагоги. Любая работа, пусть она даже вот из бумаги сделанная, и каждый ребенок вот так трепетно к ней относится. Несмотря на возраст, каждый ребенок делает хорошо. То есть он вкладывает свою душу. Родители как радуются. В начале февраля жюри выберет лучшие работы в нескольких номинациях. Победители получат подарки и дипломы. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков. События.